Всем привет! Сегодня я решил приготовить нам на обед красную рыбу с брокколи и вот с такими макарошками, спиральками из кукурузной муки. Видите? Новые макароны обнаружил в магазине. Очень вкусные. Советую попробовать. Продается в Эдеке, но я думаю, что везде есть. Тот, кто живет в Германии. Тут же, кто живет в другой стране, я думаю, есть и такое тоже. Здесь у меня пойдет 200 миллилитров сливок, 250 миллилитров бульона овощного мне нужно будет, топленое масло. Брокколи я уже разобрал на соцветия, помыл, сполоснул от грязи, от жучков, паучков. И сейчас начну готовить. Воду на макароны я поставил. Макарошки я отварю сначала до полуготовности. Ну, а тем временем займусь брокколи и рыбой. Итак, кастрюля у меня нагрелась. И я сюда отправляю немножко топленого масла. Так. Другая кастрюля с водой закипает. Я ее воду немножко подсолю. Варить приблизительно 8 минут, но мы не будем варить до полной готовности. Итак, теперь сюда отправляем обжариваться лук. Одна головка я предварительно порезал вот так вот. Обжариваем лук. Пока наш лук обжаривается, я подготовлю вот этот прекрасный овощной бульон. Одну чайную ложку на 250 миллилитров воды. Итак, как вы видите, лучок наш вот так вот обжаривается. И теперь я сюда отправляю брокколи. Да-да, прямо вот так свежие брокколи отправляю сюда в кастрюлю. Вот эти соцветия. И обжариваю вместе с лучком. Итак, отправляем наш спиральки в кастрюлю, кипящую воду. Замечательно. Так, теперь рыбу. Рыбу я уже почистил от кожуры, сполоснул ее немножко и нарезаем сейчас кусочками. Так, рыба. Рыба, как вы видели, у меня полкило красной рыбы. Лакс, лосось, семга или... Ну, короче, красная рыба, что там. Нарезаем вот такими вот кусочками. Не маленькими, не большими. И рыба пойдет у нас буквально в самом конце, чтобы она была мягкая, сочная. Ну, она и будет мягкая и сочная. Итак, в кастрюле моей брокколи с луком немножко вот так поджарилась. И теперь мы сюда отправляем мой овощной бульон 250 миллилитров. Так, сливочки надо размешать. Также 200 миллилитров сливок. И оставляем брокколи закипеть в сливках с овощным бульоном. Итак, друзья, сливки с бульончиком и с брокколи кипят. И теперь мы сюда отправим мои спиральки. Так.
все это дело как следует перемешаем. Так, значит, не забываем посолить, солю на глаз, также поперчить. Так, что я еще должен? И сюда я отправлю буквально пол чайной ложечки тимьяна. Так. Размешаем еще как следует. Так. И сюда начнем выкладывать нашу красную рыбку. Все это как следует еще раз размешиваем. И оставляем дойти нашу рыбку до готовности. Ну что, попробуем. И сразу хочу заметить, какую ошибку я совершил. Вкусно. Немножко пармезанчику я положил кусочками. Это у меня острый перец в таких ниточках. Ну, это для украшения, ну и также для вкуса. Вкус, конечно, хороший. Но рыба красная со сливками, с макаронами всегда вкусно. Но макароны эти лучше сразу кидайте, когда залили сливки и бульон, чтобы они у вас остались целиком. У меня, видите, они развалились. Но офигенно вкусно. Капуста готовая. Хрустит. Блюдо отличное, легкое и вкусное. Желаю всем еще приятного воскресенья. Самое главное – здоровья. Не болейте, друзья, и всем пока.